Задача. Дана прямая правильная треугольная призма. Требуется построить сечение призмы плоскостью, проходящей через точку К и точки Е и F ее вертикальных ребер. Ну, для того, чтобы построить такую плоскость и линию сечения, то выполним следующее. На горизонтальной плоскости проведем через Е и точку К, построим плоскость, которая бы проходила. Эта плоскость будет пересекать призму вот по этой линии. И эту линию мы построим вверху. Раз. Точно так же проведем такую плоскость через F и K до пересечения со стороной основания призмы. И построим вот эту линию пересечения вверху. Теперь, опять же, построим линию пересечения тоже плоскости, фронтально проецирующей, проходящей через точку К. До пересечения получим точку. Дальше построим через точку F и К такую же плоскость до пересечения. Построили. Получим точку. Ну а теперь мы можем построить общее, то есть линию пересечения, уже непосредственно плоскости, проходящие через заданные точки и точку К. Это будет вот эта линия пересечения. И дальше здесь это будет вот эта линия пересечения. Но поскольку там выше призмы, то мы ее опустим до верхнего основания. Теперь можем построить же эту линию пересечения. Пересечение найти на горизонтальной плоскости. Для этого точки полученные спроецируем вниз. Получим точку, принадлежащую линии пересечения. Раз. И построим вторую точку точно так же. Опустим вниз. В месте пересечения поставим точку. Соединим полученные точки. И это будет наша линия пересечения. Все, задача решена.